Кызыле продолжается ликвидация последствий подтопления жилых домов в восточной части города у подножия горы Хербис. Все больше человек возвращается в свои дома. В пункте временного размещения, базирующемся в школе номер 12 города Кызыла, прошедшую ночь провели 28 человек, из них 6 детей. По информации департамента городского хозяйства мэрии Кызыла, у горы Хербис укреплена дамба, установлены дренажи, на данный момент идет откачка воды на улице Буренская. Работы ведутся при помощи спецтехники МУ-благоустройства. Чрезвычайная ситуация стабилизируется. Тем временем, по оперативной информации, в Кызылском районе всего подтопленными остаются 88 домов. Из них подтопленными полностью 58, частично 30 домов. Уровень воды снизился на улицах Аныяк, Интернациональная, Кедровая и Аржан. Количество лиц, проживающих в подтопленных домах, уточняется. По состоянию на 8 часов утра в пункте временного размещения школы номер 2 поселка Кахем зарегистрировано всего 440 человек, из них 184 ребенка. В ночь на 29 марта ночевали 28 человек, из них 7 детей. В администрации поселка Кахем в круглосуточном режиме принимаются заявки с населения по откачке воды с территории участков по телефону 9-15-55. Кроме того, Союз женщин Тувы открыл пункт приема продуктов питания, одежды, предметов первой необходимости для благотворительных целей в помощь жителям, пострадавшим от наводнения. Желающим оказать помощь следует обращаться по телефону 20522 и по адресу Кочетова, 29, кабинет 114. Первыми на призыв отозвался коллектив республиканского наркодиспансера.